И прежде чем начать данный видеоролик, давайте подведем итоги прошлого розыгрыша. Сейчас вы можете наблюдать победителя прошлого конкурса на Кирку Минти. Если ты тоже хочешь участвовать в моих конкурсах, то тебе необходимо быть подписанным на мой канал. А сейчас, ребята, наливайте чаек, садитесь поудобнее и приятного вам просмотра. Всем привет, ребят, и в данном видеоролике мы обговорим очень интересные темы, которые затрагивают большинство комьюнити нашей любимой игры Fortnite. Сегодня я вам покажу факты, которые покажут вам, почему Fortnite не выходит никаких обновлений, нет никаких ивентов и нет никаких толчков данной игры. Как вы понимаете, сейчас не на чем делать контент в игре Fortnite. Не то, что не на чем делать контент, а то, что в самой игре становится очень скучно, и большинство пользователей просто уходит из данной игры. Даже те же самые испытания нам приходится ждать по 14 дней. Те же факты приводят наши ютуберы, которые уже ушли из данной игры во многие другие игры. Ребята, но это все ведет к лучшему. Сейчас, конечно, мы переживаем трудные дни в нашей игре Fortnite, но вскоре, ребята, все поменяется. Уже стали доступны факты того, что 20 февраля выйдет 12 сезон, ребят. Ну, примерно 20 февраля он уже появится в нашей игре. Как я понимаю, уже большинство игроков просто думает, что эпики и реально забили на нашу любимую игру. Но это не так, ребят. У меня достаточно фактов, чтобы показать вам, что они доготовят глобальный переход в нашей любимой игре. А готовят эпики и вправду очень жесткую и прикольную штуку именно для нас. Поэтому им нужно столько времени, ребят. Они не просто сидели на месте, они просто готовились, работали и подготавливали для нас более-менее хорошо оптимизированную, ребят, игру. А на самом деле эпики постараются перевести нашу с вами любимую игру на новый движок. Как известно, сейчас стоит система физики Unreal Engine, а хотят они перевести на новый движок Chise. Сейчас вы можете наблюдать данный слитый текст. Они уже хотят с началом февраля вывести данный движок в новом обновлении 11.50. Что я могу по поводу этого сказать? Ребята, это будет очень круто. Это будет реально круто, но знаете, в чем будет особый минус? В том, что большинство ПК просто, скорее всего, не смогут тянуть данную игру. Поэтому советую вам посмотреть видеоролик у меня на канале, как оптимизировать ваш компьютер под игру Fortnite. Ребята, уже с начала февраля выпустят обновление для нашей игры Fortnite 11.50. И да, ребята, это повлечет за собой небывалые кондиции, так сказать. Будет переработка на нашей карте колоссальная. Мы будем наблюдать за с вами очень крутое новшество, ребят, которое мы не видели никогда. Потому что движок Choice позволит оптимизировать игру Fortnite как в данные моменты, так и в будущем. Вот такие факты я смог найти для вас в интернете. И на этом мое видео подошло к концу. Не забудь подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Спасибо, что смотришь мои видеоролики. До новых встреч!